Доброе утро. А утро у нас именно такое. Наша экспедиция мчится навстречу приключениям. Каждая рыбалка особенная. Один раз поехал, и гололед был каток. Другой раз поехали, дождь был, ё-моё. А сейчас вот такая вот погода. Метет снежище, дороги нет. Будем потом вспоминать летними вечерочками, как ездили, бороздили зимние просторы. Да, мужики? Да. Так. Все. Сейчас немножко приблизить хотел канавку. Через ручеек сейчас будем проходить. Ух ты. Смотри, сын, ручеек замерзший. Ручеек. Бывает. Так. Оп. Так, опа! Есть! Ты заставил меня понервничать. Я прошел его просто без скорости, думал, как это будет. Всем доброе утро! Так. И куда ты собрался в такую погоду? На рыбалочку очередную. Так, правильно. Ни свет, ни заря. Встал сегодня в 4 часа, да? Молодец. Доброе такой. Утро всем, кроме нас. Приехали вот на такой замечательный водоем, пока его еще, конечно, не видно. Но водоем для вас уже знакомый где-то, если вы смотрите ролики. Сегодня решили проехать чуть дальше. И проехали. Нам предстоит сегодня большая-большая экспедиция. Алексей, вот вы как человек опытный, я всегда задаю вам один и тот же вопрос. Дайте себе комментарий по поводу сегодняшнего дня рыбалки. Вот как ты оцениваешь наш очередной выезд? Мне кажется, они все у нас такие, получается, запоминающиеся. Как всегда. Как всегда. Ну, фонарик я сегодня не забывал. Сашка сегодня не растеряшка. Но заставил Алексея подождать немножко, да, как обычно. Хоть на пару минуток, но зато стабильность. Но это клево. Как думаешь, будет что-нибудь сегодня поклевать или нет? Вот ты как считаешь? Ну, предсказывать не буду, но надеюсь на лучшее. Угу, хорошо. Ну, слушай, ну, сегодня ты уже, точнее, тогда ты получил все курсы молодого рыбака. И я думаю, сегодня, если будет поклевки, ты уже готов самостоятельно вытягивать, как хочешь. Будешь пищать, кричать, а тянуть будешь сам. Это была тренировка? Ну, тренировка, конечно. А сегодня предстоит курс молодого бойца. У меня сегодня вообще планы, чтобы вы у меня вдвоем рыбу цыгали. А я буду сегодня только контролировать процесс. Так что вы сегодня будете по очереди. Пить, а мы будем ловить? Конечно. Нет, я помогу вам поставить все. Буду контролировать, снимать процесс. А вытягивать будете вы, если вы не против. Алексей и Денис. Короче, вот такая у нас сегодня собралась бригада «Ух». Пожелайте нам ни чешуи, ни хвоста. С камеры прямого эфира на месте. На месте рыбалки. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, и что? Ставьте лайк. Как одену. Так, кстати, что я хотел показать-то? Наш очередной шмурдзичок, подожди. Оденешь, помогу. У нас сегодня будет тест-драйв трех палаток, трех спальников. Точнее, именно белорусского спальника. Я потом покажу. Спальника белорусского производства. И двух китайцев. Один фирмы Adventure, вроде бы так называется твой спальник, да, Леха? Ну, так. Adventure. Заявлены характеристики до минус 5, да, комфорта? До плюс 3. Плюс 3, минус 5. И я прикупил вот такую вот пушку. А называется эта пушка и входит в топ лучших спальников. Фирмы Trek Planet. Модель Norge. А именно двухслойный спальник. Экстремальная температура минус 26. Зачем я брал? Ну, как зачем? Вот чтобы вот этот молодой человек в любую погоду чувствовал себя комфортно. Сегодня, кстати, и погода у нас благоприятная. Днем будет плюс 3 примерно, ночью, ну, максимум 0, минус 1. Уже таких экстремальных температур нету. И я решил, конечно же, закалить иммунитет своему любимому чемпиону Денису Александровичу и взять его в такой поход. А сейчас мы наблюдаем картину, как он
пытается одеть свой жилет и походный рюкзак. Что ты набрал туда, кстати? Взял кремень для выживания, там, рожек. Спички-то не взяли по-любому, что ты делаешь? Леха, поправь его рюкзак. Прикольно выглядит. Что? Так что, будем выживать? Взял кремень? Взял, обязательно. Хорошо. Никак. Огниво. Добудем лучину. Давай, Сань, твое ведерко будем засыпать. Да, кстати, покажем живца. А если серьезно, едем максимально с комфортом. Есть и дрова, есть и живец в этот раз. Пошло что-то. А что это? Папа, а что это у нас? Тут у нас именно пескарики и плотвичка. Ну, вот такой вот прикольный живчик. Посмотрим, понравится местным щукиным или не понравится. Саночка дров. А как же без нее? Ну и, конечно же, босяцкая кухня. Куда же без нее? Но босяцкая кухня будет уже вечером. Под диалоги о рыбалке. Где вы видите еще такую? Такую что? Такую рыбалку. Что, никак не получается? Получается. Ну ладно, сейчас помогу. Я это сделал. Ну все, молодец. Продолжаем. Если заблудимся, есть свисток спасательный. Хорошо. Стой, можешь? Я очищу. Чтоб снега не тут, где стоишь. Так, ну что, давайте, кстати, проверим, какой же ледяной покров на момент... какой сегодня... 18-е, что ли, число? Да, 18-е. 18-е? 18-е число, суббота. Ну, давай, Лёха. О, хорошо идет. Нифига себе. Лёха, что, такой толстый? Так и я вам о чем, мужики. Нифига себе, пашнек считай. Ну, размер шнека. Лед вот такой. Покажи. Лед вот такой. Ну что, скажи мне, Дионисий, сильно страшно? Да тут на танке можно ездить. Ну, как бы, может, охренеть. Да 40 сантиметров, потому что морозы были. Дело все в том, что это не город. Тут можно хоть войну устраивать. Ну что, как говорится, будем закидывать первый флажочек. Ну давай я засниму процесс сам. Поплю на него. На первый, на удачу. Алексей, расскажи, ну, понятно, что флажки, какую ты использовал леску, какие двойнички используешь? Двойнички такие, леска самая дешевая, 0,4. Подожди, двойничок дай покажу. Ох, ничего себе, Алексей, а вы придумали хитрую снасть, а ведь с такого двойничка-то никто не сойдет. Да, двойнички-то хитрые. Только на них хитрые продавцы уже ценники подняли. Были по рублю, уже Леха говорит, по рубль 20. Ну это ж вообще... По 80 копеек, уже по рубль 20. Ну, навариваться на братьях-рыбаках. Ну это ж совсем никуда не годится. Папа, а скажи, к чему мы стремимся сегодня? Мы сегодня стремимся... К бесконечности. Мы сегодня стремимся провести хорошее время, самое главное. Вот к чему мы стремимся. Рыбалка, это все, конечно, хорошо, но... Правильно. Правильно проводить. Так. Хорошо проводить время. Что Леха делает? Леха травит лису. Угу. А если клюнет огромный щупак, то какой подсадчик-то будем использовать? Придоннатинный? Дай такой. У нас есть богорчик восстановленный. С прошлой рыбалки. Давайте, жеса. А то щупачок может утянуть леску в резку. Кстати, здесь вот на этом месте
на это место. У нас щучка завела в коряге. Во, первая рыба есть. Какунь. Ил, это хорошо. Похоже на морской виноград. Хотя попробуй нет. Плотвичку. Плотвичку такую поживее. Пискарик попробую. Покрупнее? Ну давай. Аккуратненько. Пискарики бойкие. Ты же глубину вымерил? Они живые еще с прошлой рыбалки. Аккуратненько поджабрики его. Поджабрики? Ну вот такая вот методика. Засовываем. Папа. Нет, не так. Так не делайте. Поджабрики? А мы разве не через... Нет, поджабрики. Блядь, не ходил, он скользкий. Вот. Так, стоп. Так. Ага, цепляем его под жабрики. Аня, слушай, Леха, большой двойничок надо будет. Поставь меньше двойничок. Есть у тебя? Поставь. Нет, Аня, тут переставляет тут проблема. Я понимаю, но большеватый, мне кажется, для этого живчика. Да не, нормальный. Помнишь, с какой рыбки у нас клюнула огроменная щука? Поплюй на него и воду. У нас вот такая рыба. О! О! Ну и рыбка отправляется в луночку. Ловись, рыбка большая. И маленькая. И прибольшая. Какая маленькая. Большая и большая. Нам, экспертам по борьбе с речными монстрами, маленькая не интересует. Да. Ножочек. Опа! Пируэт засчитан. Ну что? Нет, ну если с такими акробатическими трюками и не клюнет, я не знаю. Не, это будет наглость не клюнуть. Ну ладно. Не, ну знаешь, если учитывать то, что пискари остались с прошлой рыбалки, то это вообще не живые. Слово конечно. Совсем. Кстати, тут так тихо, снежок небольшой сыпет. Такая прелесть. А в городе вообще вьюга, метель. Я с утра выглянул в окно, чуть не обалдел. Ветер ветки гнет. А тут вон как хорошо, да? И на душ. Ну да, ну продолжим. Ну что, юный рыбак сам хочет, решил установить жерлицу свою первую, да? Так, ну давай. Беряй глубину. Придерживай катушечку, давай, давай, давай. Смелее отпускай, она еще плывет. Отпускай, отпускай. Все, отпускай, пускай крутится. Придерживай немножко. Давай, давай, давай. Так. Ну что, сейчас глубина. А, все. Смотри, теперь крути. 5 оборотов делай. Пусть сам дело делает. Раз, два, три, четыре. Все, хватит. Вот бы уже здоровый сидел. Давай, живее, живее. Теперь цепляем. Сейчас я рыбку дам. Покажи крючок. А, большой. Ну, плоточку сюда. На. Давай. Ты не над лункой только делай все это. Давай, давай. Продел, вышло. Ну что ты? Раз. Вот. Хорошо. Надо делать немножко быстрее, живец-то.
все? Ну ничего, воду. Чик. Давай в лунку. А грузик смотри. Грузик, вот. Ну ничего, не сложно. А через рот из этого перстень куда продевали? Фиксируйте. Снимаем с топорочек. А флажок он держит в таком положении? Держит. То есть, когда начнет мотать, тогда он поднимется? Когда клюнет, она сорвет флажок. И будет поклевка. Ну все. Ну вот, ребята, вжух, и лагерь стоит. Кстати, что я хочу сказать. Сколько сюда ездим, спали возле гнилого дерева. Трухлявая вообще жесть. Могло свалиться. Ни на чем не держалось, дерево мертвое. Было лишено, решено его ликвидировать. Ну, как бы и дровишки будут. И потом ловить будет получше. Кстати, какая у нас погодка-то? Был один загиб флажка. Но пока ничего. Ну, пробуем. Что у нас тут? Тут у нас много чего. Чик. Сейчас растянем. Давай, сейчас будем ставить тент. Чуть позже включу. Что ты мне говорил про лунки-то? Спрашивал. Почему такие маленькие лунки? Ну, кто его знает зачем. Леха выдвинул теорию, что это лисы и пёсы делают. А я соглашаюсь с Лехой. Леха человек мудрый, многое повидал. А погода какая у нас стала, кстати. Да. Леха, и где-то там в речке, наверное, лежат флажки. Ну ладно, не каркаю. На самом деле это щуки, их прижали, наверное, да? Плотненько. Доставай сахарок. Будем кофеечек пить с тортиком. Эх, отметим наш праздник, так сказать. Денис, а ну-ка быстренько достал спальник. Положил сушиться. Это что просил? Давай. Работай. Работаем, работаем. А я буду оператором. Хорошо. Как куда? Вот сюда. Люблю командовать. Молодцы, мужики. Хорошо. Это точно сахар, а не твоя витаминка для тренировок? А то сейчас мы как пойдем. Как думаешь, нормально? Да. Да, я тоже так думаю. Ну что, пойду переливать термос кофе и будем кушать. Солнышко поднялось. Да, поднялось. Да. О, картошечка. Ну а в целом, давайте за ваше здоровье. Всем приятного аппетита. Ну и желаю, чтобы ваше утро начиналось примерно как-то так. Потому что, если это не доброе утро, ну тогда кто я? А маяк Копян. Как обычно. Ну ладно, надо прекращать съемку, потому что, как говорится, пока я снимаю, глядишь, ничего не останется. Большое семейство родного не слышно. Да. Ну ладно, будем перекусывать. Все, прекращаю съемку. Ну вот. Разливается уже свежесваренный кофеечек. Нарезан наш вкусный тортик. Ну, давайте, ребята, знаете что? За дружбу, за мир, за спокойствие. Ну и за стабильность. Пускай наши рыбалки и дни всегда будут такими, и не хуже. Многие люди вообще не ценят то, что у них в жизни есть. Здоровье, молодость. Все гонится за какими-то, вещами непонятными. А счастье, оно-то, в принципе, рядом. По большому счету. И заключается в мелочах. Так что и напоследочек, самое главное, давайте выпьем за здоровье. Всем вам здоровья, благ, мужики. Как говорится, давай, тебе успехов в спорте, личного счастья, тебе хороших оценок. В будущем хорошей работы. Не болей. Давай. Давайте чокнемся. Опа. Вот так. Добрый.
Ну, будем. Ну, все. Не будем вас дразнить по поводу тортика. Поверьте на слово, он будет вкусный. В лесочке, на свежем воздухе. Хорошо, ты не дразнишь. Ну, кстати, скажите, ничего. Приемлемо, да? А ты попробуй кусочек. Давай. Нет, ты уже перегнул, ты свой бери кусочек. Вон, возьми ближе к тебе какой. Ну, ты вот не ищешь никогда легких путей, сын мой. Тебе надо вот это додуматься. Взял к Лехе, короче, Лехин кусочек ковыряет. Ах ты жулик. Она дергается. На мышах? Тяни. Идет? Тяни. Тяни. Если идет, тяни. Главное, пока идет, тяни. Не давай стоять. Есть. Тяни. Застряла, не тяни. Если идет, тяни. Если идет, давай. Если идет, тяни. Тяни. Идет. Давай. Тихо, пацаны, помогай. Тихо, пускай сам возьмет. Попробуй сам, не спеши. Ух ты! Ну что? Наконец-то. Ну, Денис, скажи. Ну? Ну, не трофей, но нормальная съедобная щука. Да. Мужики, от нуля ушли. Надо еще ту высверлить, да? Если она небольшая, то не значит, что она невкусная. Ну что, она кулинарная вполне, да? Грамм 700-800. Маленькая чё? Наборка вкусная, да? Да. Ну что, мужики, поздравляю вас. Наконец-то мы обрыбились. Все-таки клюквенный морс и торт подействовал. Только давайте брать на рыбалку торт. Только надо подождать, когда он пройдет. Хорошо, все, ладно. Давай. Можешь, значит, не опускать руки? Ну, что там? Ну, хо-хо-хо. Все выпутало через кого-то. Давай. Все выпутало. Ты прикинь. Ну? А мы сейчас уже... Один. По выводке уже видно, что пришла. Дергалась? Да. Вышла, давай, тяни, если вышла. А ты тянул ее? Если что, потом лучше высверлим, да? Хорошо, ну ладно, пускай тогда. Не должна уже пойти. Пробуй, поднимай. Поднимай. Есть там что-то? Давай! Бери. Ну? Конечно. Высверлили, да? Высверлили. Кстати, вот так это все проходит. Это кол. Ну, ребята, рыбалка трудовая. Трудовая. Ну что, осталось еще одну высверлить. Пошла. Ну все, нормалек. Щуку снимаем. Взяла на окуня. Хорошо. Я уже до последнего. Все, давай. Жерлицу скручивай. Да, хочешь рыбки, приходится порой поработать. Ну, хочешь, значит, не пускать руку. Да. Вот, кстати, за камышки руку ты щуки сидел. Нравится? Технологии, санки, скороходы! Как вы такие, как это такое? Илон Маск! Смотри! Я очередной Щукин. Порадовал нас своим визитом. Ну, ребята, как могли, так и рыбачили. Мы рыбачили, как умели. Кстати, тоже на кунька. Наши
Сейчас идем, слаживаем палатку. Спальники собраны. Что там? Цепись для начала. На любой рыбалке есть свое завершение и финал. Ну, наша рыбалка подошла к концу. Итог рыбалки. 3 щучки, вы их видели, в принципе. Довольны ли мы рыбалкой, попав под снег, ураганный ветер, дождик? Ну, я лично доволен. Давай спросим. Давайте спросим комментарий. А? Могу сказать несколько слов на камеру. Не сдавайтесь, даже если знаете, что у вас может что-то не получиться. Бейтесь до конца. Вот. Мы уже повесили руки с щуками. Опустили. И в итоге? И в итоге, вот. И когда мы вытягивали щуку, мы уже там провозились час. Мы уже думали, что там ничего нету. Но в один момент показалась чья-то голова. Зубастая пасть, да? Да. Ну а что я хотел сказать? Не сидите дома, выбирайтесь на природу, берите своих детей, родственников, тестей, тещ, зятей, кого только угодно. Главное, не сидите дома. А то телевизор у людей бывает крыша едет. А реальность она какая? Реальность она такая, которую мы напишем сами себе. Потому всем благ вам, вашим близким. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Но мы не прощаемся. А мы не прощаемся. И наши рыболовные приключения и дальнейшие рыболовные турне вас еще ждут. Даже если мы вам надоели, так просто вот нас не отделаетесь. До скорой встречи. Увидимся.